Глава Воронежской митрополии поздравил детей с Рождеством. В Воронежском концертном зале состоялось благотворительное представление для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Но не только воронежцы смогли поучаствовать в рождественских торжествах. В дни новогодних каникул юные жители Луганской области отдыхают в столице Черноземья. И в святые рождественские дни митрополит Воронежский Лискинский Сергий встретился со школьниками Донбасса. Здание городского концертного зала было наполнено детским смехом, весельем и радостью. У большой украшенной рождественской елки ребятишек встречали сказочные персонажи. Зрителям представили интерпретацию известной сказки о добром докторе Айболите. По окончании спектакля воронежский архипастырь поздравил всех собравшихся с праздником Рождества. Я желаю вам, дорогие ребята, чтобы вы были хорошими, послушными, замечательными и прекрасными подарками для своих пап и мам, бабушек и дедушек, чтобы вы замечательно хорошо учились, чтобы росли, не болели, и чтобы все у вас получалось. Воспитанники Воскресной школы Благовещенского кафедрального собора также поздравили митрополита Сергия с Рождеством Христовым. Праздничный концерт состоялся в зале собраний главного храма Воронежской митрополии. После яркого представления ребята преподнесли владыке митрополиту замечательные подарки, заботливо сделанные своими руками. Рождественские кулинарные угощения в виде сказочных домиков, вылепленных из теста. Кроме того, в дни праздников в рамках гуманитарной помощи жителям Востока Украины Воронежская епархия организовала отдых группы школьников из Луганской области. Ребята посетили Благовещенский кафедральный собор, где смогли помолиться о мощи небесного покровителя Воронежской земли, святителя Митрофана. Они были грустные, грусть в их глазах, я думаю, что вот она продиктована той ситуацией, которая есть у нас сейчас на нашей родине. Нам не достает вот этой духовной подпитки, также подпитки, христианской подпитки, православной религии, православной веры. Вот именно со стороны наших братьев, российского народа. Приложившись к мощам святителя, дети направились в трапезную воскресной школы собора, где они в принужденной обстановке за чаепитием побеседовали с митрополитом Сергием. Архипастырь ответил на многочисленные вопросы ребят и взрослых, а также пожелал всем успехов в учебе, мира на родной земле, счастья и благополучия. В завершении встречи владыка вручил всем ребятам рождественские подарки.